Для детей из многодетных семей, которые попали в сложную жизненную ситуацию, сотрудники Центра поддержки провели мероприятие, посвященное 1 сентября. Я первоклассник. Он бывает в разных ипостасях. В прошлом году мы дарили детям совместно с Общественной палатой Одинцовского городского округа и с депутатами тоже Одинцовского городского округа, как подарки, так и школьную форму. В этом году мы решили подарить просто хорошие наборы, которые пригодятся детям для их обучения. Подготовили тематическую программу, спектакль и интерактивные игры. В завершении всем вручили полезные подарки – карандаши, цветные ручки и тетради. Мне понравилось крепить бабочки, мне понравилось смотреть спектакль. И еще мне понравился подарок. Такие мероприятия помогают детям привить интерес к учебе, найти друзей и весело провести время вместе с родителями. Карина Яряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».